Всем привет! Так, сейчас вам покажу, как запустить лаунчер Майнкрафта нашего сервера Игробара. Так, заходим в группу, проходим обсуждение Майнкрафт сервер Игробар, проходим по ссылке, скачиваем. Так, после того как скачал, ну у меня уже скачанная версия есть, проходим в папку, куда было закачано, распаковываем. Разархивируем, как удобно. Ну там у кого архиватором, и вот распаковать. У меня сейчас распакованная версия. Так, дальше в любое место потом суем, хоть на рабочий стол, хоть куда можем переместить. Давайте я перемещу его. Тык, тык, тык. Все, переместили. Дальше запускаем T-Launcher. Здесь у вас там обновится, может что-то скажет, типа там обнови меня, нажми ОК, перезапусти, все такое, там нажимаете ОК, да, согласиться. Дальше вот так вот все откроется. Дальше нужно добавить вам этот ник. Под каким ником вы будете заходить в Minecraft? Для этого нужно настроить аккаунты, нажать плюсик, здесь пишем ваш ник. Так, все делаем, сохранить. Дальше нажимаем на домик. Так, дальше нужно нам... Так, чтобы запустился клиент. Да, чтобы запустился клиент, нужно натравить на папку с клиентом Майнкрафта. Для этого проходим дополнительно. Здесь вот смотрим, где находится обзор. Ну, там будет у вас свой путь. Заходим в обзор, и надо именно вот на эту скачанную папку. Рабочий стол, клиент Игробар, клиент. Эй. Вот так вот нажимаем открыть, сохранить и все. Здесь может у вас другая версия, ну если какая-то вообще другая будет, надо будет вот эту выбрать 1.7.10 Forge. Она будет выделена белой полоской, как вот тут. И все, запустить. И все, дальше лаунчер все прогрузит, запустится. Сервер уже забитый. Адрес сервера нашего уже там в клиенте все забито. Просто как все прогрузится, нажимаете сетевая игра и подключиться к нашему серверу и играете.